about high-speed binary fuzzing. We have two researchers that will be presenting the product of their latest work, which is a framework for static binary rewriting. Our speakers are, the first one is a computer science master's student at EPFL, and the second one is a security researcher and assistant professor at EPFL. Please give a big round of applause to Nspace and Ganimo. Здравствуйте. Сегодня мы будем переводить ток от Nspace Ganimino. Thanks for the introduction. It's a pleasure to be here. Спасибо за приглашение. Сегодня мы будем разговаривать насчет разных способов быстрее делать фазинг и интересные способы, чтобы смотреть на бинарки. Меня зовут Ганимо, я профессор в EPFL, который работает на разных формах software security. И смотрим насчет разной митигации. Мой друг Матео смотрит на свой master's thesis, как изучать бинарки и как их атаковать. И сегодня мы будем смотреть, как мы можем писать методики, чтобы фазировать бинарки. Они нам будут давать изучать бинарки, которые мы не ждали до этого. Так что мы заметили, это то, что фазировать бинарки очень сложно. Мало инструментов, сложный сетап, и очень сложно их приготовить способом, который будет хорошо работать. И ответы, результаты не такие же интересные. Если мы будем смотреть потом на kernel, фазировать вещи бинарки в кернеле еще сложнее. В принципе, просто очень сложно это делать. Так что сегодня мы будем презентировать новый способ, чтобы фазировать бинарки с скоростью такой же, которая у тебя была, если нативный код был. Если вы смотрите на современную систему, например, если вы смотрите на картинки котов, у вас будет kernel, libc и desktop, где-то будет 100 миллионов линов кода. Если вы будете строить инструментацию для анализа безопасности, это очень сложно. Есть разные компайлеры, линкеры, и потом иногда разные системы используются, чтобы компилироваться. Если вы будете строить инструментацию для этого, это фактически невозможно это просто сделать. Так что мы хотим вам дать возможность изучать специфические части, чтобы фазировать специфические части кода, давая вам лучшую возможность тестировать системы, специфические системы, которые вас интересуют. Кто здесь работал на фазинг до этого? Ну, много вас здесь. Вы используете EFL? Некоторые используют EFL. LeapFuzzer теперь. 10-15% LeapFuzzer, 30% LeapFuzz. Так что много здесь людей уже использовали фазинг, но для тех, которые еще не пробовали, я вам объясню быстренько, как это работает. Это техника, которую вам дает взять бинарку, например, Chrome, и ты это экзекутируешь в какой-то природе. Так что фазинг — это берет инпуты, генерирует их, и потом проверяет, что твоя программа делает с этим input, с этим входом. И в ответ либо все хорошо, все проходит, или баг происходит. Если у вас есть баг, тогда вы можете найти vulnerability, вы можете найти какую-то ошибку в коде. Так что это фазинг, как это работает в... Так что как вы можете делать так, чтобы фазинг работал хорошо? Как вы можете смотреть на большие базы кода? Есть несколько простых способов, которые вы можете использовать. Сначала нужно будет создавать тесты, которые способны находить эти баги. И это очень сложно делать.
вам нужно знать, какие входы программа имеет. И вы должны понимать, как можно изучать эти разные части программы. Вы можете, конечно, иметь девелопера, который пишет все эти тесты рукой, но это берет много времени. Так что, смотря на coverage, это дает вам возможность изучать, какие части кода можно атаковать с fuzzing. Так что фазер может использовать ответ от процесса, чтобы смотреть атаки, какие возможны. Вторая часть — это то, что фазер должен находить эти ошибки, эти bugs. Так что если все хорошо, ваш софтвер, ваша программа не будет крашировать, но все равно может давать вам баг. Так что они хотят иметь способ, что можно было находить эти виолации, эти bugs. Например, здесь есть проблема с манерой, как вы используете память. И потом третий пункт и последний пункт — это то, что скорость — это очень важно. У вас есть лимитированное количество времени, и вы можете иметь, например, 24 часов, чтобы найти максимальное количество багов. У вас есть только лимитированное количество инструкций, которые вы можете использовать, и вам нужно найти, как вы приоритизируете ваше время между экзекутировать программу, санитизировать и писать тесты. У вас все время есть лимитированное количество ресурсов. Так что если у вас есть дополнительные вещи, это вас будет замедлять. Так что в конце итоги это будет проблема оптимизации. Как вы лучше всего используете ваши ресурсы? Когда вы фазируете код программы, это достаточно просто использовать существующие механизмы, которые вы можете использовать во время компиляции программы. Эти компиляторы вам дают возможность добавлять разный код для coverage, для санитизации. Например, современные компайлеры могут добавлять код для санитизации или для за следом, какие части кода работают. И как только вы экзекутируете эту бинарку, тогда вы можете видеть, что происходит, и вам дают информацию. Даже если у вас есть source, иногда есть программы, которые не имеют source. Так что нужно посмотреть, как вы можете еще смотреть на этот бинарщик. Так что есть программы, где нету source-кода. Например, если вы идете на Android, есть много драйверов, которые нету в open source, а не только бинарщики. И иногда целый софтвер нету никакого source-кода. Но мы все равно хотим найти ошибки, vulnerabilities в этих кодах, которые имеют сотни миллионов, сотни тысяч линий кода. Единственное решение, чтобы анализировать такие большие бинарки, это делать black box fuzzing. Другой approach, другой вариант — это динамически переписать программу или бинарщик, когда вы его экзекутируете. Когда вы его экзекутируете, вы используете инструмент как pin или anger, чтобы перевести бинарщик, добавляя инструментацию, которая вам дает информацию и дает вам fuzzing делать. Это просто, это достаточно понятно, но 10-15 раз 10 до 100 раз медленнее, чем все остальное. Так что мы это не хотим делать, если мы что-то хотим эффективное. И последний approach, то, что мы смотрим, это статически переписать код. Так что они статически переписывают бинарщик до того, как его экзекутируют.
Но это намного быстрее работает, это намного больше возможность сделать в меньше времени. Так что почему статическая переписка такая сложная? Если вы дезассемблируете код, тогда это берет много времени, даже если что-то простое. И это может тоже сломать таргет. Неплохо, если вы выполняете код, как он есть, но вы изменяете офсеты в программе и изменяете все эти офсеты в программе. Просто добавляя код внутрь, вы все ломаете. Основная фича, вы должны найти все зависимости и все ссылки и правильно их настроить. Если вы неправильно сделаете одну связь, то все сломается. Очень сложно, если вы смотрите на бинарник, очень сложно различить, если одна зависимость неправильна, то программа может случайно сломаться и упасть. Например, если у вас есть такой код, как здесь, это берет значение и сохраняет его где-то в стек. Это может иметь исходники где-то еще два различных случая. Например, взять адрес от функции и сохранение его, или просто сохранение в стек какого-то значения, и вы не можете отличить их друг от друга. Если в случае с функцией, то вы можете изменять это значение, и в случае скаляра вы просто используете его. И вам нужно восстановить эту нехватающую информацию. Давайте посмотрим. Давайте отправимся в путешествие инструментирования бинарников в ядре. Первый, мы поговорим об инструментировании бинарников, потом как coverage based phasing устроен, как мы можем добавить синтезацию, и как мы это все вместе совмещаем, чтобы понять, что из этого получится. Посмотрим сначала на инструментирование бинарников. Я сначала поговорю о RetroWrite, который переписывает бинарники, наш инструмент. Это система для статического инструментирования бинарников. Переводит все эти связи в лейблы. Символизируют, проставляются символы на файлы из ассембли, и чтобы их уже легко можно было инструментировать. И также ключевая особенность кода должна быть это независимая от позиции код, position independent code. Потому что код может быть загружен по любому адресу, и это требование, если вы хотите ISLR или shared libraries, то есть подключаемые библиотеки. Весь код, который вы используете на ваших телефонах, на лаптопах, это все peak код, то есть position independent код, не зависит от позиции. И таким образом этот код не может никаким образом использовать за хардкоженный, забитый гвоздями адрес, потому что это... На x86, на Intel, position independent код имеет... Использует адресацию как офсет от поинтера. Относительная ссылка.
И поэтому мы можем отличить константы от ссылок в таких бинарниках. То есть если мы имеем что-то относительное, это значит, мы имеем ссылку, если все остальное, это должно быть константа. Мы не поддерживаем пик, но это мы можем также переписать или другой код, наверное, возможно. Как происходит символизация? Символизация заменяет все ссылки с лейблами, все вызовы, call вызовы используют, заменяются на ссылки. Мы фокусируемся на относительных джампах и вызовах. Мы вставляем определенные лейблы в assembly код. Мы находим процесс counter относительные адреса. И также мы добавляем все релокации данных, которые у нас есть. После этих трех этапов мы можем вставить новый код посередине. Мы можем добавить в любой другой код, например, инструментация какая-то высокоуровневая. Мы можем использовать coverage guiding, отслеживание переменных или фазинг и все что угодно. Теперь я передаю слово Матео, чтобы он расскажет про coverage guided fuzzing. Сейчас у нас есть способ описать инструментирование бинарок. Сейчас мы посмотрим на покрытие, основанное фазинг. Обнаружение интересных инпутов, которые приводят к определенным аутпутам. Части программы, которые покрывают определенные входы, проверяют, содержат ли входные данные P и G. Если мы проверяем, содержат ли части программы PNG, тогда мы находим другие пути программы, байт в один момент времени. Способ, которым работает фазер, интересный путь. Каждый раз, когда фазер генерирует вход, чтобы из-за входа, так что, например, это эксперимент, который мы использовали с программой EFL. Так что человек, который это создал, он фазировал библиотеку JPEG. Он начинал с Hello, который был JPEG image, но фазер все равно смог находить правильный формат, даже если image не был правильный. После какого-то момента фазер начал создавать картинки с цветными мотивами и с черно-белыми мотивами. Так что реально этот фазер нам дает научить программу, даже если мы не знаем, что она делает. Так что сейчас мы будем говорить насчет санитизации. Если мы будем только смотреть на краш программы, тогда мы, наверное, не все найдем. Есть ли какой-то из баг, который не останавливает программу, мы все равно можем найти что-то. Один из самых популярных программ — это адрес-санитайзер. Так что этот санитайзер, он будет искать коррупцию памяти. Это очень старый тип баг, но это баг, который все еще существует
в сегодняшних программах. И ASEN пробует это находить, добавляя инструментацию в наши программы. Этот инструмент уже был использован, чтобы находить тысячи баг в Chrome и в Linux. Он замедляет это в два раза. Как он работает? Так что базовая идея — это то, что ASEN будет добавлять специальные зоны памяти, называя Red Zone, красные зоны. Так что в этом примере мы будем добавлять 4 частей памяти вокруг нашего буфера. Так что как только программа трогает эту красную зону, программа останавливается, и она печатает, что случилось. Так что это нам дает находить buffer overflows. В этом примере мы смотрим string, который имеет 5 характеров, и мы видим, что краш происходит из-за того, что AAAA. Так что, если мы просто смотрели насчет баги, мы бы не нашли это, потому что это не краш, а просто баг. Так что теперь мы будем смотреть на инструментацию кернела. Так что, используя RetroWrite, мы можем добавлять инструментацию ASEN и Coverage Tracking к binary. Мы можем добавлять инструкции, где мы хотите. Мы можем добавлять coverage tracking и ASEN. Мы должны находить начало каждого базового блока и добавлять нашу инструментацию в каждое начало блока, чтобы сказать нашему фазеру, где программа начинается. ASEN может тоже быть добавлен, если вы находите разные места, где память используется. libasen — это программа, которая нам помогает добавлять эти красные зоны в наши программы. И она тоже менеджирует все аспекты этого фазинга. Так что как мы можем добавлять этот kernel? Ну, нужно понять, что фазировать kernel намного сложнее, чем вещи, которые трогают использователя. Когда вы фазируете программу, которая в user space, вы видите краш. Но если вы видите kernel, вы не можете увидеть краш так просто. Если вы слишком много фазинга делаете, kernel просто будет умирать. Он очень много аспектов машины крутит, и вы можете потерять всю информацию, которую вы получили от фазера. Так что большинство kernel fuzzers делают, они фазируют kernel в виртуальной машине. Если вы хотите фазировать программу, которая работает в user space, вы можете загрузить AFL, и это очень просто программа, которая работает, и вы можете найти информацию в туториалах. Но если вы, например, хотите фазировать Linux, kernel, вам нужно много больше этапов пройти. Вам нужно компилировать kernel, у вас нету так много гидов, так много туториалов, и, в принципе, намного сложнее это делать и менее интуитивно. И в последней степени у нас проблемы с детерминизмом. Если у вас есть программа, которая работает в один thread, она детерминистическая. И это влияет на как программа работает. Если у вас тест, который не детерминистический, очень сложно найти, что происходит. Так что в kernel у вас есть проблемы, что есть интерапты, и что есть много разных thread. Вы можете иметь интерапты очень часто.
Так что иногда, может, вы можете получить баг, иногда вы можете не получить баг, так что достаточно сложно kernel fuzzing делать. Так что у нас есть несколько разных вариантов, чтобы делать fuzzing. Первый вариант — это black box fuzzing. Нам не так уж нравится этот вариант. Второй вариант — это динамически переводить. Это работает, люди использовали это, они нашли баги, но это очень медленно. Это добавляет 10 раз больше overhead. Чем больше вы добавляете тесты, чем лучше вы можете находить баги. Сейчас нету хорошего санитайзера для кернелах, для бинарщиков кернелы. Для user space программ есть разные инструменты, которые существуют, но в кернеле нету такого. Дополнительный вариант — это использовать kernel tracers, которые приходят, например, от Intel. Это вариант очень интересный и работает хорошо, но нужно иметь hardware, который поддерживает эту технологию. Так что если вы используете Android или старый CPU, вы не можете это делать. И все равно там нету всех функций, например, там санитизация неправильно работает. Так что дополнительный approach — это статический перевод, и это то, что мы используем. Так что у нас был хороший способ делать fuzzing, переводить kernel, и мы его поменяли чуть-чуть, чтобы можно было использовать с Linux-модулем. Мы использовали это, чтобы фазировать модуль кернела, и заметили, что эта манера может быть использоваться также для user space, как к kernel. Хорошая штука насчет kernel modules — это то, что они все время независимы от позиции. Linux модули, они тоже дополнительный специальный класс из L-files, даже если они не такие же бинарщики, как user space, они достаточно близкие. Так что нам не нужно было менять слишком сильно символизер. Мы вставили code coverage в ядро дополнительно. Идея проекта Care2Write. Мы хотели использовать существующие тулсы фазеров. В user space у нас есть EFL tracking, который полностью аналогичен. И инфраструктура KCoV уже существует, и мы хотели бы ее использовать. Негативная часть KCoV исходный код Linux open source. Мы имплементировали KCoV на бинарках. Здесь небольшой пример, как мы это сделали. Функция TracePC. Мы производим ядро и функцию фазинга. И идея, как мы имплементировали libasin и так далее. В user space мы слинковали приложение с libasin в ядре. Мы собрали ядро с KSN. Это называется KernelSN. И сохраняет всякую метадату в метаданные из нашем ядре. В нашем подходе мы можем интегрироваться с фазированием в ядре.
мы видим это как довольно хороший плюс, а не ограничение. Как вы сделаете ASIN? Вы находите каждый запрос к доступу к памяти и с проверкой. И если все проваленные проверки, это как создают баг-репорт. И также это совместимо с KSN, и поэтому мы довольно счастливы. Мы можем перезаписать модули, которые могут быть загружены, и использовать фазирование с другими стандартными фазерами, типа Syscaler'а. И таким образом мы достигли конец нашего путешествия, и теперь мы сейчас представим вам эксперименты, которые мы провели. Мы хотели сравнить производительность нашего бинарника source-based на основе исходного кода и другие фазерами. Для user space вы можете использовать valgrind memcheck, основан на бинарном перекодировании и работает с бинарниками. Мы собрали ASIN и посмотрели, насколько это быстро. И для ядра мы решили профазировать некоторые файловые системы, драйверы, и используем source KSON и также kickoff. И KSON и kickoff. Вот наши результаты для user space. Красный — это valgrind, очень-очень-очень долгий. Очень долго для фазирования. Binary ASIN — гораздо большое улучшение для этого. И мы имеем основанный исходный код ASIN, source ASIN и baseline. Как мы видим, source ASIN имеет некоторый overhead. Немного неэффективно, но, тем не менее, довольно неплохо. Для ядра, предварительные результаты для ядра. Мы, как можете видеть, что overhead не такой большой. Это чистый CPU бенчмарк для BTRFS. Как вы заметили, что это может... Syscaler'ом из хоста в гости, в виртуальную машину. Это все занимает очень большое время и добавляет overhead в инструментацию в случае с Syscaler'ом. Таким образом, поскольку вы любите демо, мы предоставим вам сейчас демо. Давайте посмотрим. Пам-пам-пам-пам-пам. Yep. Right. So вот так, мы подготовили маленький модуль ядра. Этот модуль очень простой, и он имеет небольшую уязвимость. Что он делает? Он создает определенное устройство, character device, символьный девайс. Это такая вещь, которую вы записываете и можете из нее читать. Вместо файла они идут в ядро, в драйвер и обратно. Как вы видите, это происходит аллокация 16 байт в ядре, копирует данные с пользователя, и если совпадает с 1.3.3.7, то печатает, читает по одному байту и... Вы можете видеть, что это баг выхода из границ. Мы соберем этот модуль. Окей. Скопируем. Таким образом, мы получили наш модуль. Он уже инструментирован нашим K-Retro-Write. Да, пожалуйста, так. Окей.
Вот. Мы сделали инструментирование наших модуля. Мы получили символизированный assembly файл. Сейчас на него посмотрим. И сам модуль. Вот наш... Да, довольно большой. Как вы можете видеть, вы можете видеть инструментацию ASAN. Оригинальный код загружается некоторые данные из этого адреса, потом сначала вычисляет непосредственно адрес, проверяется какие-то метаданные исходы, проверяет, находится ли в красной зоне этот адрес или нет. И если нет, то производит, печатает stack trace и выходит из программы. Запустим object demo. Так, слева мы видим оригинальный модуль без инструментации. И справа у нас модуль с инструментированной ASAN. Как вы видите, оригинальный модуль имеет push и загрузку в памяти. А справа модуль инструментированный. Мы видим сначала инструментацию ASAN и загрузку сильно позже. И между этим всем мы видим нашу инструментацию. Все в порядке. Теперь мы можем проверить это и посмотреть, что он делает. Мы можем... Мы загрузим очень простую Linux-систему и попробуем затронуть эту уязвимость, использовать эту уязвимость. И мы увидим, что неинструментированный код упадет, а инструментированный нет. Так, мы запускаем нашу систему. Я не знаю, почему так долго загружается. Это KVM. Тут... Да, пожалуйста, будьте полегче с нами. Мне кажется, нам нужно просто подождать. Окей. Окей. Таким, мы загрузили наш модуль. Как мы видим, он создал файл, наш файл в демо, character device, символьное устройство. Мы можем записать туда что-то. Окей. Доступ к памяти у нас находится в границах, что все хорошо. И попробуем сделать доступ вне границ нашего массива. Если мы запишем наше магическое значение, мы получаем определенное значение, которое мы, как вы ожидали. Удалим этот модуль и попробуем сделать то же самое, только с инструментированным модулем. Мы видим, что это dev-demo, это устройство еще здесь, и модуль все еще работает. Запишем 1, 2, 3, 4, он не падает. И если мы запустим 1337, это создаст баг-репорт. Аплодисменты. Здесь очень много информации. Вы можете видеть, как была аллоцирована память, stack trace, сколько было задач высвобождено, размер кэша. Вы видите, что это 16 байт. Мы видим layout нашей памяти. Мы видим неправильную память. Мы видим FCCCCC. Это наша красная зона, в которой мы инструментировали. Надеюсь, вам понравилось. После того, как мы применили вот этот модуль, мы можем посмотреть, что мы можем увидеть с реальной файловой системой и после какого-то времени. Мы получили несколько use after free чтений и записей, и мы проверили баг-репорты.
Мы получили очень-очень много-много проблем в Linux-ядре. В этом модуле, который мы фазировали на тот момент. И это заняло некоторое время, чтобы пофиксить этот баги. Как вы видите, в Linux-ядре очень много возможностей, где вы можете найти, применить фазирование. Очень много целей для фазирования. Вы можете использовать это. Вы можете использовать очень много фазирования для того, чтобы найти очень много багов в ядре. И дальше вы можете посмотреть на это поближе или сделать что-то еще. У нас есть только бинарные драйверы или существующие же модули. Мы не хотим инструментировать все, что находится в ядре. Мы хотим инструментировать маленький фрагмент кода и сфокусироваться на нем и посмотреть, что мы можем там найти. Мы можем сделать... И это зависит от вас, какую инструментацию вы хотите туда вставить. Это просто фреймворк, который позволяет вам все это сделать. Мы отправили вас в путешествие санитизация, инструментирование бинарников в ядре и нахождение крашей в ядре. Дайте мне заключить это выступление. Если вы ищете постдок позиции, то приходите к нам, мы всегда набираем. Исходный код этого всего будет зарелижен как open source. И мы работаем над еще дополнительными демо, и скоро будет много больше демо. Можете посмотреть на другую инструментацию, которая здесь есть, и user space уже доступен. Мы можем... Через несколько недель у нас будет доступно фазирование ядра. Ключевой итог. Key retrowrite и retrowrite позволяют статичная перезапись бинарников и нулевая стоимость этой инструментации. Мы не основываемся на эвристиках, мы просто перезаписываем, ставим лейблы, и это гораздо проще, чем на больших приложениях. Вы можете сфокусировать фазирование на этих частях. Другой итог — это то, что вы можете переиспользовать уже готовые инструменты. Вы можете использовать Asan, который уже существует, и уже использовать эти хорошие интеграции с другими существующими инструментами. Попробуйте, посмотрите, скажите нам, если что-то сломается. Мы будем рады все это починить. И теперь время для вопросов. Спасибо большое. Спасибо большое за хороший доклад. У нас есть несколько минут для вопросов. Вопрос с первого микрофона. Здравствуйте, спасибо за доклад, спасибо за демо. Я не уверен, если я понял use case для кернела с retrowrite. Обычно мы интересуемся фазировать байнеры в кернеле, когда у нас нету кода. Например, для IoT или Android. Но вы использовали в кернеле, где обычный кернел, а не кернел, который в IoT или в Android. Так что у вас есть какой-то план инструментировать кернел сам, а не модуль? Мы думали об этом. Я думаю, что дополнительные проблемы, которые нам нужно решить, чтобы инструментировать ядро, нам дает совместимость с уже существующими инструментами, мы решали.
с кейкавом и так далее. Вам нужно подумать об этом, если вам нужно добавить red zone, довольно сложно инструментировать другой код для обнаружения других проблем. Это все вам... Я думаю, что вы можете это сделать, но это требует дополнительной работы. Например, это типа тезис, который занимает 4 месяца. 4 недели. 4 месяца. Я думаю, для Android, если... или ядро под лицензией GPL, так что производители, которые меняют ядро, они должны выпустить это под GPL тоже. Вот почему я спрашиваю, потому что я не понимаю, как это можно использовать в настоящем мире. Дайте мне давать это в перспектив. Мы используем уже и существующие инструменты, например, как KCAV или Asan, и интегрируем его с ними. Для heap-based аллокации мы используем дополнительные red zone, и вы можете основываться на другие аллокаторы. Вы можете заупсить ядро и посмотреть на stack trace, который там есть. Это займет какие-то усилия, чтобы это сделать, но это для ядер, которые не собраны из KZN, это довольно не так сложно. Да, на многих ядрах уже Asan уже включен, так что... Также есть довольно большое сообщество, которое может это решить. K-RetroWrite и RetroWrite — это просто платформа перезаписи, которая превращает бинарник в assembly файл, который вы можете инструментировать и дальше использовать его. Да, вы можете сделать свой вклад обратно. Было очень практично, спасибо. Следующий вопрос из интернета. Есть вопрос насчет слайда, связан с Spec CPU Benchmark. Второй или третий график имел результат, который был быстрее, чем оригинал. Эффекты кэша? Вот и все. Следующий вопрос. Спасибо за презентацию. Сколько архитектур вы используете и сколько вы будете в будущем? Только x64. Так что сейчас нету план для ARM или MIPS. ARM. Есть некоторое время, технологии. Есть другие архитектуры тоже в нашем списке. Если кто-то хочет нам помочь и сделать вклад, то мы, в принципе, сейчас... У нас есть некоторый список целей, и ARM там первый, но основные — это x86 и x86, и это как бы основные платформы. Следующий вопрос. Вы пробовали фазировать настоящие программы, которые не имеют открытый source-код? Так что вы пробовали только вещи, у кого есть открытый source-код? Вы пробовали закрытые? Для оценки нам нужно было сравнить с инструментацией бинарника и исходного кода. Поэтому мы были сфокусированы на файловых системах с исходным кодом, которые мы можем посмотреть, что до компайлера. Мы хотели найти некоторые закрытые исходным кодом драйверы, чтобы найти какие-нибудь такие драйвера. Это было очень интересно. С эсколером у вас есть такая проблема, что вам нужно перезаписать правила, словари. Вам нужно понимать, как нужно общаться с драйвером. Да, например, эти закрытые файлы системы с закрытым исходным кодом, они... Yeah. Спасибо. Следующий вопрос. Спасибо за доклад. Я не знаю, если какие-то из KCAV или KSAN эквиваленты для Windows, но я хотел знать, если вы пробовали или
будете пробовать с Windows, потому что я знаю, что это может быть достаточно сложно с подписями. Да, мы об этом думали, но у нас есть некоторые... Да, Windows — это довольно сложно. Мы академики, и research, который я произвожу в своей лаборатории, исследования. И в основном он сфокусирован, исследование сфокусировано на open source. Да, поддержка Windows находится вне зоны нашей работы. Это гораздо больше работы, и довольно мало значимости в плане исследования. Если вы хотите нас спонсировать, пожалуйста. Да, это вопрос стоимости, цены. И вы смотрите на внутренний и user space, да? Спасибо. Вопросы? Следующий вопрос. Это больше всего интересует для vulnerabilities, которые closed source. Но выглядит, что очень просто остановить эту атаку, если вы делаете вашу просто closed source программу. Например, вы можете взять разницу между адресом двух функций. Мы явно в оригинальной статье мы решили не работать с обфусцированным кодом или специальным кодом, который пытался обойти этот рерайтинг, перезапись. Надо удалить этот странный код и обфусцированный код. В то же время драйвера не собираются с такой обфускацией. Мы собираем обычным компайлером. Это, конечно, ограничение. Они сложные, не обязательно обфусцированы. Только бинарные драйвера. Следующий вопрос. Как вы решаете, куда поставить красные зоны? В один момент вы говорили насчет инструментации памяти, но есть много частей процесса, так что как вы это делаете? Я хочу ссылаться на статью Юля по этому случаю, которую мы опубликовали на GitHub. Если подумать об этом, то современные компайлеры вставляют канареек в ядро, в стек. Если буфер перезаполнен, то там вставляется канарейка, которая предотвратит это. И нам нужно найти этот стек канари, удалить эти канари. Вы удаляете этот код и добавляете свои асановские red зоны. Это довольно круто, потому что вы можете использовать вот этот код, который из компайлера, и хакнуть это в... Следующий вопрос из интернета. Вы пробовали использовать LLVM IR для вашего кода вместо того, чтобы сделать assembly? Да. Да, это будет довольно неплохо, чтобы использовать LLVM. Мы реально посмотрели на это. Это очень сложно. Очень сложно. Прямое мапирование между машинным кодом и LLVM IR. Вам все-таки еще нужно восстановить все типы. Это такая магия, которая, чтобы все превратить одно в другое. Это реально очень сложно. Если вы соберете IR в машинный код, вы теряете огромное количество информации. Вам нужно восстановить эту всю информацию. И это довольно невозможно во многих случаях. Например, мы только восстанавливаем десимволизированный код, связи и референсы, мы не поддерживаем эти, потому что мы не можем решить эту проблему на данный момент. Я могу поговорить об этом с вами позже, и также есть это в статье. Это маленькая проблема, только если вы используете assembly файлы или IR, вы используете только сквозное восстановление. Это было бы очень круто, но, к сожалению, это очень сложно.
Мы использовали некоторые евристики, но нет все равно решения для этой проблемы, которое было бы на 100% корректным. Следующий вопрос. Спасибо за доклад. Какие дисассемблеры вы использовали для RetroWrite, и у вас были проблемы с неправильной дисассемблей? И если это было, тогда как вы это решили? RetroWrite, мы использовали Capstone для дизассемблирования. Классная вообще вещь. Нам нужна некоторая какая-то информация о том, что какие функции в функциях ядре, в модулях ядра. Это довольно просто, потому что ядру нужно построить stack traces, это проще, а в user space это менее распространено. Мы не делаем некоторую мультифункцию. У нас возникли некоторые проблемы с AT&T синтаксом. Мы хотели использовать GNU Assembler, но некоторые инструкции были написаны, две некоторые инструкции были написаны одинаково, и мнемоники были одинаковые. Но проблема в том, что ядро не любит эти инструкции и падает почему-то. Используется ядро использует динамическое патч адресов. И ядро падает из-за того, что меняет офсеты. Если вы видели инструкции, которые не используются с дисассемблером, вы увидели это, и программа крашировала, вы это должны были вручную это чинить? Если мы видели бы, чтобы это была проблема, но я не помню так, чтобы была какая-то неизвестная инструкция, которая в ассемблере, которая не попадала под это. Это тоже занимает какое-то время и работа. Дай мне повторить, это работа не в ассемблере, а проблема с форматом инструкции, с одной и той же мнемоника, которая превращается в несколько разных инструкций. Они используют идентичную мнемонику, но кодируются в разные... Так что у вас не было проблем с инструкциями, которые не были поддержаны? Нет. Следующий вопрос. Ваша инструментация для бинарщиков, она также сильная, как kernel Kasan? Она детектирует все коррупции памяти. Глобальных переменных нет, но это все в куче происходит, в хипе. Некоторые есть вариации в стеке, потому что мы можем использовать canary код. Нету полного восстановления всего формата данных. Нам нужно использовать уже всякие расширения компайлера, чтобы это использовать. Но, например, как Canary, мы не поддерживаем потоки данных между... Канарейки в стеке нам нужны. Для глобальных переменных у нас есть ограниченная поддержка только. Это все время, которое у нас было для этого доклада. Вы можете найти спикеров потом здесь и дайте им, пожалуйста...